единый государственный экзамен для взрослых. Родители заняли места своих детей за школьными партами. Они на себе почувствовали волнение перед сдачей ЕГЭ. Задания те же, что и на обычном итоговом экзамене по русскому языку, только немного сокращенные. Эта акция пройдет во всех регионах России. Сегодня одновременно со столицей республики пробный ЕГЭ сдавали родители из Устьянского и Мирнинского районов. В последующие дни к ним присоединятся жители и остальных районов Республики Саха-Якутия. Как и положено, экзаменуемые оставляют при входе все посторонние вещи и берут с собой лишь паспорта и гелевые ручки с черными чернилами. В отличие от выпускников, которым на выполнение работы отводится 4 часа, взрослым дали всего 40 минут. У меня дочка учится в 11 классе в классической гимназии, нынче мы будем сдавать. И я хотела понять всю эту процедуру с самого начала. Прежде чем как зайти на экзамен, я волновалась как-то больше. А когда в аудиторию зашла, такие преподаватели все начали рассказывать и показывать, уже успокоилась. И все задание дали, уже к заданию отвлекаешься, волнение уходит. Школьная программа, что помню... Ну, в принципе, в школе неплохо училась. Вот это мне и помогло. Поэтому я приду к своей дочери и расскажу, как это все происходит, что волноваться вообще не надо. Вот этому я очень рада.